Это мои понятия. И я их не осуждаю за то, что для них это ненормально. То, что я говорю, просто у каждого своя правда, у каждого своя позиция. Но кто-то считает, что они могут сказать то, что это неправильно, и я неправильно поступаю. Я считаю то, что это мое право выбора и мое мнение. Я не должна менять свое мнение только потому, что какой-то там Вася Пупкин мне скажет то, что бить себя ремнем по глазу – это нормально. Для того, чтобы ему там задонатили сумму денег. Ну, это жесть. Что, я не права, разве вы не согласны со мной? И так полбига я листаю, думаю, блин. Типа. Вот. Хорошо, что вы это понимаете. А так тут большинство таких синяков, да. Я больше смеялась, когда на днях я ездила с мамой и с родственниками в бар. Там очень вкусно готовят. И недавно у мамы был юбилей, мы решили туда с близкими съездить, собраться покушать, вкусно пообщаться. Я зашла в эфир. И там один заходит, какой-то парень периодически ко мне заходит. Постоянно пишет: Алин, твоя маме взять не нужен. Дай мне номер своей мамы. Я ей позвоню, я ей напишу. А покажи маму. А я хочу с твоей мамой познакомиться. Пишет все в этом ключе с такой серьезностью. А мне так смешно, что мне люди заходят и смеются над ним. У меня мама это услышала, то, что я прочитала. Он такой: что там, кто типа хочет. Ну, это смешно. Я думаю, да, вот сейчас я прям тебе так взяла, показала, дала номер телефона. Хорошо, с легким паром. Ну, типа, такой бред пишу, такой бред. У меня каждый день по 1000 просто этих сообщений в чате летит. Я просто так, знаете, не читаю, так удалить. Нет, не могу. Я, кстати, когда училась в школе, у меня была одноклассница, и она прям ушами вправо, вперед-назад. Я никогда не понимала, как люди это делают. И не получалось. Может, я не старалась так особо, но вообще нет. Я вот сейчас только что... Ой-ой-ой, не надо мне ничего. Заходила. Удалить. Или когда заходят и пишут, типа, сюда, ответь. Подними. В чат ответь. WhatsApp дай. И с таким этим, знаете, типа... Зай, кто тебе скажет, что ты что-то должна вообще? Ну, как бы... Такие наивные сидят тут, я не знаю, прям. Это неправильно. Люди даже не здороваются. А мне неинтересно. Мне нет интереса кому-то отвечать там, понимаете? Ну нет, и все. Блин, мне так эта песня понравилась. Мне прям фетиш на нее какой-то. Вот. У меня сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть чатов, которые я не удаляла. Это официальное сообщение. Девочка, с которой я обатлилась. Злой чеченец. Семейная беседа. Еще одна девочка и Артур Бабич у меня в переписке. Все. Все. Это все люди, которые у меня есть в чатах. Ты советской закалки. Ну, как воспитали советской закалки, такая и есть. Вот. Да, я иногда думаю, я как бабка, знаете, вот с этими замашками, типа, это достойно, это недостойно, это прилично, это неприлично. Это все-таки... Да. Я к девочкам даже захожу. С одной стороны, вроде, ну, как-то стрёмно, да, что там меня танцует. Я вчера вот смотрела ночью, ну, мне смешно. Она вроде там двигается вокруг стула, там в пижаме, в чулках. Я такая смотрю, там актив бешеный. Я пишу, короче, мужики, идите спать, угомонитесь, идите к женам своим. Они мне давай ха-ха-ха, вот это вот отвечает. Она и увидела, что, мне кажется, меня выгнала просто с эфира, но мне просто смешно стало. Сегодня одни мужики сидят. Сидят, смотрят, окей, но мы-то с вами понимаем, с каким расчетом мужчина обратит внимание на такую девушку такого поведения, правильно? Понимаем.
А они тоже понимают, они не глупые, но они просто хотят легких денег. Ну, типа, мне что же проще сейчас пойти там напялить каблуки, надеть красивое платье, причесаться, включить музыку и танцевать, правильно? Я же тоже могу по факту так сделать, мне же никто не запрещает. Я бы там еще за день бы план закрыла бы там огромный и дофига бы зарабатывала. Но я не могу так. Я сейчас говно, мне кажется, сожру. Вот здесь только такое направление зарабатывает. А мне что делать? Я не знаю, реально. Я вроде хочу как-то по-нормальному. Типа по-нормальному здесь работать, зарабатывать. Я же официально ведущая, начала здесь работать. Все, вот я первый месяц тут сижу. Мне до конца месяца надо как-то план нормальный закрыть. Но при этом я вижу то, что здесь хорошо закрывают планы либо тем, кто прям дичь творит. Например, как, не знаю, ремнями себя по глазам бьют. Либо какая-то легкодоступность, какое-то вот извращение. Среднячок брать придется, как минимум, если готовый хочешь. Но надо что-то делать. Что-то делать надо. Потому что я же не зря тут только уже сижу и ночами не сплю. Время 4 опять я не сплю. Просто какого фига? Типа я же спать должна в это время. У Карины, допустим, с кем я сегодня играла, она не творит дичь, желания выполняет такие же, ну, как и я, ничего сверхъестественного, типа, не делает. У нее просто есть уже свои мужики-донаторы, которые все там пообещали ей помочь выполнять, закрывать, они это делают. В каком плане? Вот. Я тебя разговорила немножко, все равно, я считаю. Ты когда зашел, ты же что-то как-то захотел, выходил. А потом остановился, задержался. Значит, что-то все-таки зацепило, раз человек задерживается. Вот, так что у Карины есть, я говорю, уже просто свои, кто вот прям каждый день уже все стабильно ей закрывает план, она уже пятый месяц, тут неделю шестой. Все своих находят, реально, под постоянную поддержку, просто, видимо, надо время. И вы знаете, как здесь много воздуханов, которые там я, да тебе, да я это, я то. Я сразу так, не мушай, я даже не обращаю внимания на таких вот, правда. Я тоже, на самом деле, у меня, если честно, вообще рот не закрывается. Если кому-нибудь на уши присяду, то все. Это пипец, ну можно до бесконечности разговаривать. Это всегда была болтушка с детства. Вот. Ой. Лучше бы не читала. Сережка хочется, не знаю, что. 22 уже.